Азербайджане завершилось голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана и Верховный Меджлис Нахчеванской Автономной Республики. Несмотря на то, что у нас воскресный день, лето, активность избирателей была очень высокой. Пришли, проголосовали, сказали свое слово. За 125 депутатских кресел в Милли Меджлисе боролись 990, за 45 депутатских мандатов на выборах в Верховный Меджлис боролись 187 кандидатов. Всего для реализации избирательного права граждан по 125 избирательным округам было создано 6478 избирательных участков. Общее число избирателей в Азербайджане достигает 6 421 960 человек. Процесс подсчета голосов уже начался. Но уже сейчас можно сказать, что явка избирателей на этих внеочередных парламентских выборах была очень высока, а атмосфера остается праздничной. Потому что, отмечу еще раз, эти выборы в Милли Меджлис особенные. Впервые после победы Азербайджана в 44-дневной войне выборы в парламент проходят на всей территории страны, в том числе и на освобожденных территориях в Карабахе.